трос el juego. Aquí viene Jiménez. Golazo, qué gol. Ермоленко, Кагава, вот это гол! 1-2, великолепный гол, Кагава! Можно пробить, и удар, и гол! Это гол от Неймара! Luis Alberto, e la palla in rete! Una punizione pazzesca di Luis Alberto! Передає Брікнер. Удар Брікнера. Тягне Худжамов, після чого м'яч в кристалину влучає. Удар Ранка Глебил. І Максі пытался поправить голкіпера. Продолжает еще один удар. Зачем игра? Заставил опасный момент. Верратте. На противоходе его ловили, а он спас. И удар теперь ближний. Снова Тони Верратте. Важен, но недоступен. Это Тони Робот, но и без него канониры умудряются. Удар издали по воротам и гол! Ого! Вот это удар! Себастьян Руди! Фабиан, but there's another shot coming. Oh, it's a cracker! How is that? Алио Сисе! Мяча и его подача. Удар пяткой и... Ну, это красивый гол на 8-й минуте. Леон Горецкий выводит сборную Германии вперед. Еще момент! Вот и гол! Вот и гол! Мугуша выходит, забивает. Сейчас Стингер. И вот момент у Рахима Стерлинга! И капитан словенской сборной! Невероятно! Какой-то растяжный Форстен Сеса! Можно пробить отсюда! Мартин под пяткой! Ну и опять Мартин Дубровка! Hoy es más líder que nunca. Solo hay un balón y un genio. Se ha discutido una individualidad como Messi. Hay que ser irrespetuoso, ¿no? Feliz, realmente muy feliz. Primero por Messi. Gracias a Dios, Messi. Si Messi es Dios, esto fue...